свисток главного арбитра. Мы начинаем, как я этого ждал. Жерминьо. А Йосе Перес. Роналдиньо. Защитник, ну, заранее знал, что мяч окажется в этой зоне. Хорошо чувствует. Ну, не тяни! Очень старался, но не попал. Мяч прошел мимо. И мяч вышел, как будто бы на ножках. Будет удар от ворот. Стерлинг. Роналдиньо. Классная атака. Сейчас будет момент. Уверенно, как отобрал мяч. Это Айоса Перес. Передача. Роналдиньо. Бануччи. Это Айоса Перес. Ошибка и мяч у соперника. Дебюши. Вот это хорошо, умно. Это Айоса Перес. Ну, для вратаря это семечки, конечно. Роналдиньо. Азил. Быстрый ввод мяча, и атака продолжается. Жоао Феликс. Айосе Перес. Стерлинг. Хорошая атака. Осталось пробить. Здорово сыграл. Удар! Нет, на гол такой удар не похож. Когда гол трепыхается сетка. Дебюши. Азил. И полетела бомба. Будет угловой. Мяч задел защитника перед тем, как покинуть поле. Роналдиньо. Вот это вот момент. Ну, пониже пробей, пониже. Ну, куда тебя все время тянет? Был бы гол. Дринквотер. Салах. Роналдиньо. И мяч выходит в звуковую. Аут. Никаких пауз. Быстро ввели мяч. Возможно, чтобы соперника врасплох застать. Игра в контроль хорошо получается. Сопернику непросто отбирать. Азил. Дебюши. И мяч отобран. Сыграно классно. Азил. И наш первый сервис. Свисток. Второй тайм начинается. Азил. Это Стерлинг.
Это Кевин Принс Буатенг. Давид Луис. Стерлинг. Вот мяч у них ходит, да, как бы. Вот тут подгорает, мяч штрафной. Смог устоять в ногах после такого отбора. Это Айоса Перес. Голкипер подбирает мяч так же спокойно, как подосиновик в лесу. Бензема. Мяч летит в штрафную. Здорово играет вратарь. Блестящий сейв. Поцелуй с Гая. И почти потерял. Ну, это отличная возможность забить. Судья штрафной назначил. Было очень опасно. Почти гол. Мне кажется, вратарь уже смирился с голом. Давид Сильва с мячом. Not bad. Видна игра мысли. Защитник прочитал эту передачу. Он отлично видит поле. Это Ван Нистелрой. Салах. И вот опасно может быть. Он делает передачу верхом. Стерлинг. Гол головой. Вратарь гол как сокол. Ничего здесь придумать не сможет. Счет становится неприличным для фаворита. Он уступает и вынужден отыгрываться. Пока это только намек на сенсацию. Но тем любопытнее посмотреть, как отреагирует фаворит на ситуацию. Интересная игра. Все здорово было в этой атаке. И движение прекрасное, и подача, и завершающий удар. Нет, так его не пробить. Мяч за пределами поля будет угловой. Борези. Выбит мяч. Сильва. Жервиньо. Это Ван Нистелрой. Салах. Роналдиньо. Он самоотверженно блокирует удар. Сильва. Молодцы болельщики. Не перестают поддерживать свою команду. Вот как раз болельщики и должны их вытянуть из этой эмоциональной ямы. Матч раскачивается, как детские качели. То одна сторона, то другая преобладают. Очень трудно понять, что... Ха! По-моему, он на велосипеде едет. И вратарь спасает. Угловой. Ну и чего там думать, надо забить и закрепить свое преимущество. Давид Луис. Нет, ну, конечно, каждому хочется стать звездой матча. Но нужно же и голову прикладывать. Прикладывать и поднимать, глядя на партнера. Они открытые стояли. Хендерсон. 3 минуты добавлено. Сильва. Нужно спокойно все сделать. Это может последняя атака. Уверенно, как отобрал мяч. Вот это рывок.